нас что будет? Nokia N8. Рылся в закромах у себя. Нашел абсолютно новый корпус на Nokia. Здесь у нас какие-то кнопки заглушки, в принципе. И нашел Nokia. У нас, правда, дисплей битый. Корпус поменять можно. И начнем, наверное, с заменой. Подразобранный уже. Ну, знаем, да, тут выкручиваем. А, кстати, видео по разбору уже есть на канале. Ссылку оставлю под видео. Выкручиваем болты. Снимаем низ, снимаем вверх. Вверх сверху прикручен вот здесь. И снимаем аккумулятор. Он нам тут не нужен. Потом поддеваем. И вот в этом месте у нас тут шлейфа идут. Скрина и дисплея. Набираем. Сим-карты нету, надеюсь. Сим-карты у нас тут нету. Угу. Можно продолжать. Выкручиваем болты отсюда. И снимаем вот эту вот часть. Вот эту. Сначала снимаем. Антенна. Вот так она оттаскивается. Убираем. Снимаем центральную часть. И убираем в сторону. Далее. Вот у нас тут плата идет. Мы ее тоже извлекаем в сторону пока. И самое интересное понеслось. У нас тут идет динамик, который желательно не повредить, извлечь. Вот я почему корпус меняю. У нас крепление поломаны. Динамик у нас почти не поврежден, рамочка слетела только. И вспышка у нас здесь еще идет. Вспышку тоже желательно не повредить, как бы. Потому что ее мы, наверное, не найдем в продаже. Все, вспышку тоже извлекли. Смотрим на новом корпусе. Что у нас есть, что у нас нет. У нас тут, в принципе, вот этот шкаф, ладно, хрен с ним. В принципе, у нас ни хрена на нем нету. Будем все снимать из старого корпуса. Тут вот так надо. Все надо вытащить. Сейчас, секундочку. За паузу. За кадром я уже приклеил уплотнительные накладки, которые идут в комплекте вот на этом, на этой подложке. И поставил динамик. Далее я установил боковые клавиши со старого корпуса и вот эту вот металлическую, судя по всему, антенну. Она у нас там ложится. Берем вспышку и укладываем ее на место. Далее мы берем материнскую плату, системную плату, как называют. Укладываем ее вот таким образом, вот сюда в паз, чтобы вошел разъем для зарядки. И небольшим усилием ее туда мы опускаем. Спешает кнопка. Так, все, у нас плата опустилась. Далее берем центральную часть аппарата. Здесь находится у нас разговорный динамик и разъем под зарядку. Также какие-то контакты, скорее всего, это экран. Все. Так, секундочку. Так, установили. Закручиваем болты. Я закручивать не буду, чтобы время не тянуть, конечно же. Кнопка у нас функционирует. Как видим, что отскакивает, все нормально. Далее мы берем наш дисплей. С тачскрином видим, да, какой он разбитый, там все видно. Весь дисплей разбит. И подключаем его вот сюда. Коннектору. Дисплей подключили, далее следует тачскрин. Тачскрин у нас тут целый. И его подключить маленько сложнее, чем дисплей. Все. Вот так. Далее закручиваем 4 болта по периметру. Вставляем аккумулятор
и устанавливаем вот эту вот заглушку, которая держит аккумулятор. Так вот. Потом берем верхнюю крышку, так это старая, это нижняя, новая. Верхнюю крышку берем, устанавливаем ее. Секунду, извиняюсь, забыл. Вот эту антенну, которую мы снимали, мы ставим вот сюда. Далее ставим верхнюю крышку и стягиваем ее болтом вот сюда. Далее берем нижнюю крышку, устанавливаем в нее антенну, вот здесь она стоит, и кнопку Home. Надеваем крышку на низ и стягиваем ее двумя болтами со всех сторон. На этом, думаю, замена корпуса подходит к концу. Корпус мы поменяли, в принципе. Болты я сейчас стяну. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.